Привет! Ты смотришь немного необычный выпуск программы «Лавыз». Сегодня я решила не сидеть в студии, а выйти в люди в поисках любви. Но, как известно, иногда это бывает непросто. Поэтому сегодня давайте все вместе разберемся, что же нужно делать, чтобы понравиться парню или девушке. Им понравится, в конце концов можно остаться одному. Люди чувствуют фальшь, и им не нравится, когда их пытаются обмануть масками или напускными образами. Позволь себе роскошь оставаться настоящим и общаться с теми, кто по-настоящему тебе интересен. Будь таким, каким тебя создал Бог, и тогда Он приведет в твою жизнь именно того человека, которого Он для тебя приготовил.